На протяжении 10 лет интернет-портал «Самарские татары» представляет самарское татарское сообщество в мировой сети. Авторы рассказывают о жизни, праздниках, знаковых событиях татар, проживающих на территории нашего региона, публикуют очерки и о героях нашего времени, приводят достойные примеры для подражания, обращаясь в первую очередь к молодежи, говорят о татарской национальной жизни в России, в Самарской области. И журнал, и портал находят своих читателей по всему региону и за его пределами. Мы пишем не только о татарах, мы пишем и о чуваших, о грузинах, об осетинах и так далее. Вот, и прекрасно понимаю, что мы живем в многонациональном в таком регионе, у нас более 150 народностей проживает. Вот. И понятно, что чем больше мы пишем о культуре, о традициях и этих народов, люди их начинают лучше понимать. В этот же день свой 11-й день рождения отпраздновал одноименный журнал. Он является единственным в российских регионах ежеквартальным полноцветным изданием на русском и татарском языках, которое приобрело популярность и за пределами России. И собственное желание, чтобы наш народ мог вокруг чего-то объединяться, чтобы о успехах наших соплеменников могли писать в журнале, о чем-то предупреждать, о чем-то сообщать, для чего-то организовывать. Ну вот для этого и стараемся. Поэтому спасибо всем, кто помогает нам. За прошедшие годы медиапортал «Самарские татары» стал единым информационным пространством, которое объединяет материалы различных источников и знакомит не только с событиями в жизни татар Самарской области, но и широким спектром тем по истории и татарской культуре, способствует укреплению добрососедских, межнациональных и межконфессиональных отношений. Актуальные материалы публикуют, и в то же время всегда интересные герои предстают перед нами на его страницах. Именно поэтому городская администрация и все население нашего города имеет счастливую возможность приобщиться к культуре самарских татар, ведь материалы в этом журнале не только на татарском языке, но и на русском. И именно это важно, потому что журнал распространяется также во всей библиотеке нашего города, бесплатно передается в библиотеке школ. 11 лет подряд интересно и честно журнал рассказывает о ярких событиях из жизни татарской общественности, национальных традициях и современности, поднимает проблемы сохранения и развития татарского языка и татарского образования. Люди интересуются, смотрят, народ идет, так сказать, ногу со временем. И сейчас уже и пожилые люди хотят смотреть именно вот по интернету, потому что читать, как бы, сейчас даже есть функции, которые будут читать тебе текст. Поэтому благо есть то, что вот народ хочет и сохраняет свои традиции, свой язык, свою культуру. Татары и башкиры – это крылья одной птицы. Вот поэтому мы всегда с татарами настолько живем дружно. Благодаря вот этому порталу спасибо вообще татарам и в первую очередь Ильясу Гумеровичу, что он организовал вот такой портал для нас, для всех татар и башкир Самарской области. И не только Самарской области, и для всех татар и башкир, можно сказать, всего мира, кто интересуется жизнью татар. День рождения прошел в ДК «Заря». На сцене выступили творческие национальные коллективы, детские коллективы школы «Ектылык», фольклорный ансамбль «Заман», посетили праздник и гости из Казани. Елена Чернявская, Петр Паламеев. События. Thank you.